Ссоры и Сочи. Суммативное оценивание за раздел и за четверть. Еще несколько лет назад практически никто из казахстанцев слов таких не слышал и не знал. Сегодня же они на слуху у всех, и у взрослых, и у детей. Новое оценивание – одно из самых обсуждаемых новшеств, которые были внесены в систему отечественного образования в рамках обновления его содержания. И вот уже четвертый год казахстанские школьники учатся по новой программе, а их знания оцениваются по новым стандартам. Этот вопрос становится особенно актуальным сейчас, в конце четверти. Вроде бы все гладко. Учителя методику освоили, дети как-никогда знания получают, родители к такому формату потихоньку привыкают. Но время от времени недочеты проявляются. Все эти годы реализации госпрограммы у нас осуществлялся переход к обновленному содержанию образования. Но он проходил в очень сжатые сроки, и поэтому это все повлияло и на качество учебных программ, и на качество учебников, и на подготовку кадров. Это и готовность самой инфраструктуры. Замечаний, как видно, немало. И если ускоренный переход на новый формат обучения влечет за собой такие последствия, то нужно ли было торопиться? Или же стоило апробировать и адаптировать нововведения с учетом всех нюансов – кадровой подготовки, психологической готовности учеников и их родителей и, в конце концов, материальной оснащенности учебных заведений? Эти реформы готовились давно. Переход на 12-летку, на изменение содержания образования, на вообще концептуальные изменения. Настояли, чтобы внедрили опыт НИШ. Ну, сразу было понятно, что это вообще неправильно. Почему? Во-первых, НИШ – это больше академические знания. Это программа, нацелена на инновационную экономику. Да, для любой страны такие кадры нужны. Но сколько их нужно? Не понимая, какие кадры нужны для всей страны, всю страну переводим на инновационное, на исследовательское, академическое образование. Надо ли это для страны? Нет. А кому тогда было надо это? Мне кажется, это больше надо людям, которые на этом зарабатывают. Кто продает учебники, кто продает программу, кто стоит за бизнесом, который обеспечивает эти реформы. На вопрос, кому именно это было нужно или чего ожидали от предпринятых действий еще тогда, когда реформу только намеревались проводить, ответить сложно. И это, пожалуй, тот запутанный клубок, на распутывание нити которого уйдет уйма времени и сил. Но распутать все-таки стоит, ведь прошло уже почти 4 года с момента обновления содержания образования, а просвета так и нет. Взять хотя бы условия, в которых работают учителя и учатся дети. Какой переход на инновационные знания, если у нас школа не готова? Когда, например, учителя заставляют за свои деньги купить бумагу, принтер, распечатать, это коррупция. Сегодня получается, что деньги выделяются, ну, небольшие, но выделяются. На самом деле, обеспечение школ инвентарем, это давно стало серьезной коррупционной схемой. Недавно в Алма-Ате был случай. Закупили парты, стулья, и представители общественных структур выявили и написали пост, показали фотографии. Уже миллионы тенге школе этой оплачены за эти парты. Покупали централизованно. Все разваливается. Это опасно для детей. Но уже 2 месяца прошло, тишина. Городской акимат пока вместе с городским отделом образования молчат. Финполиция молчит. Понятно, что это коррупция. Ну а если региональные представители власти молчат, то находятся смелые люди, которые уже устали безмолвствовать. Многие учителя жалуются в соцсетях на плохие условия работы, на саму учебную программу, на большую загруженность при составлении тех же ссоров и Сочи. Чтобы составить задания и дескрипторы к ним, требуется не менее 2–2,5 часов. А если в один день у учителя по 3 разных класса, то это займет не менее 6–7 часов. Когда это делать?
не спать ночь. Вот уже сама сижу третий час, а составила только один, пишет учитель. Осталось еще два. И это при том, что мы говорим о снижении нагрузки на учителя. Такие жалобы пишут некоторые педагоги в социальных сетях. Эти проблемы они обсуждают между собой. А вот высказаться публично рискуют немногие. Резонансным стало интервью учителя Алии Ахетовой из Кокшетау. Из ряда вон выходящий случай, когда педагог высказал критику и собственное видение ситуации в сфере образования. Ситуации, когда все говорят о проявлении заботы об учителях, повышении их статуса и надлежащем к ним отношении. Ситуации, когда, как выяснилось, говорят одно, но на деле оказывается другое. Мы обеспечили учителей всем необходимым. Вранье. Это ложь, откровенная, бесстыдная ложь. На крик души опытного педагога эхом откликнулась общественность. Интервью транслировалось в соцсетях, им обменивались тысячи казахстанцев, пересылая друг другу в мессенджерах. И, наконец, оно попало и в поле зрения высших управленцев. Мы же видели реакцию министра. Он встретился. Он отреагировал. Да, он все не признал, все, что проблемы там есть, но, по крайней мере, всем дал понять, что это мнение дошло до него. А самое важное, что это была реакция от президента, как мы поняли. Значит, сейчас этот канал связи начал работать. Проблема в чем? Да, на самом деле проблемы есть. Есть проблемы региональных властей. Вот когда мы говорим «травля», как правило, мы должны понимать, откуда это идет, чья это проблема, да? Кто, будем говорить, выгодополучатель от того, чтобы такие учителя не критиковали? В первую очередь, конечно, это регион. Как правило, это директор школы и, скорее всего, какой-нибудь там начальник облано боится от того, что если такая критика прозвучала, его будут ругать, что в его регионе такой бардак, что учителя выступают и так далее. И, значит, вот такое рвение чиновничья, они хотят заставить замолчать. Но это, конечно, глупо, если честно. Во-первых, сейчас социальные сети. Во-вторых, надо понимать, что сейчас, как раньше, страх уже не работает. И в социальных сетях, и на телевидении, и в разговорах между собой поддержку и даже благодарность смелому педагогу выражают и родители казахстанских школьников, которые уже неоднократно публично высказывались по поводу проблем, возникающих в текущей учебной обстановке. Мы, как родители, мы не раз поднимали этот вопрос, вот бурно обсуждается. Вот эту неделю прям зашкаливают эмоции. Во всех WhatsApp-группах, в Фейсбуке, все везде, вот все родители высказываются, да, и мы начали поднимать, вот сколько мы за 4 года мы поднимали, мы на всех уровнях поднимали, мы на всех передачах. Мы просим, говорим, а нас не слышат. Вот прям я хочу сказать особую благодарность, я хочу сказать учителю из Кокшетау по истории Алии Ахетовой, потому что это первый учитель, который открыто, громко сказал и которого услышали. Будем надеяться, у нас очень молодой, очень креативный, перспективный министр образования. Я надеюсь, что какие-то изменения все-таки у нас с этими ссорами с Сочи будет. Уставшие от таких методов оценивания, немотивированные дети уже сами бьют тревогу. Максимальное количество проводимых в день ссоров и Сочи не должно превышать 3. Это по стандарту. Но по факту же бывает иначе. Предметов много, особенно у старшеклассников. И учителя, и дети подвергаются стрессу, устают, что сказывается и на здоровье. Бывали и случаи, когда после контрольных у детей кровь шла носом. Терпеть они больше просто не могут, поэтому действовать намерены решительно. Самая основная проблема, детская проблема, да, вот которая вот с этими ссорами с отчим. Если раньше дети переживали, что они не выучили, что они не знают, то сейчас дети переживают за баллы. Дети не мотивированы, об этом мы тоже говорим. Остро стоит вопрос по ссорам и Сочи. Сегодня обсуждают все уже открыто. Дети собирают петицию в Инстаграм против ссоры Сочи. Учителя открыто говорят о том, что эта программа не показывает уровня знаний, не показывает, не дает того фундамента знаний для дальнейшего развития детей. Пока учеников оценивают по новой системе, примеряя к ним так называемые критерии и дескрипторы, саму систему отечественного образования оценивает общественность. И как показывает действительность, она едва ли заслуживает оценки удовлетворительно. Анна Абрамова, Айбун Кусанбеков, Аян Сарсенбаев, Жетекун.